Свежий ремонт, новая мебель и уютная атмосфера. Теперь у этих ребят есть свое место для жизни. Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил ключи от муниципальных квартир сиротам. Больше 30 квадратов занял каждый по госпрограмме жилища. Из областного бюджета выделили почти 60 миллионов рублей. Дмитрию Макарову 18 лет. Получение квартиры для него – начало самостоятельной жизни. Парень уже придумал, как обставить свое новое жилье. Потолок будет подсветка, вот так вот цветовая. Вот. Ну и еще, скорее всего, либо караван, либо кровать, либо диван. Это, во-первых, большая ответственность, большие планы. То бишь я здесь буду проживать уже один. Вот. Серьезное мероприятие, ответственное. И я очень, на самом деле, рад, что у меня получил квартиру. К обустройству квартир администрация подошла основательно. Ни одна мелочь не забыта. Помимо мебели и техники, здесь есть постельное белье, тапочки, продукты и гигиенические принадлежности. Мы будем помогать дальше. Наша помощь на этом не заканчивается. Уже наше будущее, мы на вас будем опираться. И очень рассчитываем тоже на вашу поддержку. Сегодня квартиры получили 5 детей-сирот. До конца года ключи вручат еще 10 ребятам, оставшимся без попечения родителей.